Буквально через полторы недели в нашу жизнь войдет лето, замечательная пора отпусков и школьных каникул. Вопрос, где отдохнуть детям, решается взрослыми заранее. В столичном управлении образования вариантов предлагают много. В этом году при школах города Чебоксара откроются лагеря и профильные смены. Отдохнуть в них смогут 7500 ребят. Еще почти 6000 проведут летний отдых в загородных лагерях. Стартует летняя оздоровительная кампания 1 июня. На базе 13 образовательных организаций планируется открыть коммерческие профильные смены продолжительностью 10-11 дней. С 30 мая по 9 июня почти 1000 старшеклассников примет участие в военных учебных сборах. Во всех муниципальных лагерях созданы условия для безопасного пребывания детей в период летней кампании. Подписан договор с охранными предприятиями, договор со страховыми компаниями. Установлены камеры видеонаблюдения, программно-аппаратные комплексы системы ЛОНТА, стрелец мониторинг. Организация питания в муниципальных лагерях передана на аутсорсинг «Кулинар Плюс» и «НК Плюс». Сформированы вожатские отряды, прошедшие обучение по программе «Школа вожатского мастерства». В течение лета в столице будут проводиться живые уроки. В рамках проекта «Дети познакомятся с историей города, его достопримечательностями, воочию увидят, как работают предприятия города, посетят творческие мастер-классы, квест-игры. Для них будут организованы образовательные курсы, летние квант-никулы на базе детского технопарка. А добираться до места отдыха жители смогут по обновленным дорогам. В Чебоксарах начался масштабный дорожно-ремонтный сезон. Приводить в порядок городские дороги будут 4 специализированные организации. Общая протяженность дорог в городе Чебоксары, за исключением внутриквартальных проездов частного сектора, составляет 211,6 километров. Из них в настоящее время в нормативном состоянии находится только 65 километров. Это около 30%. Всего в программе проекта «Безопасные качественные дороги на территории города» будет отремонтировано 29 километров проезжей части на 27 участках дороги. Также в этом году будет выполнено уширение 5 перекрестков и 6 остановок общественного транспорта. На эти цели выделяется 750 миллионов рублей. Галина Титарчук, Расиль Мухаметов, Республика.